Представители стран ЕС и депутаты Европарламента достигли предварительного соглашения по проекту нормативного акта, регулирующего область искусственного интеллекта. По итогам 30-часовых переговоров комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон радостно сообщил о сделке в соцсетях. Разработчики проекта утверждают, что им удалось достичь правильного баланса между защитой и инновацией. We had one objective. To deliver a legislation that would ensure that the ecosystem of AI in Europe would develop with a human-centric approach, respecting fundamental rights and the European values, building trust, building consciousness of how we can get the best out of this AI revolution that is happening before our eyes. Проект, который еще должен быть официально одобрен Европарламентом, в частности, разрешает использование функции распознавания лиц в общественных местах, но только для розыска преступников и предотвращения терактов.